Тихое живописное место на берегу Белгородского водохранилища – одно из моих самых любимых мест Белгорода. Я люблю приходить сюда полюбоваться настоящими великанами-соснами, сквозь макушки которых, как в сказке, пробивается яркое солнце. Здесь можно покататься на катере или на лодке по водной речной глади, а можно прийти всей семьей или дружной компанией и устроить настоящий праздник с шашлыками на природе. Еще здесь можно промчаться по живописным лесным дорожкам, радуясь ветру и скорости. Отдыхать здесь одно удовольствие. Я люблю гулять, сидеть на травке, чувствуя, как душа и тело наполняются энергией, солнцем, духовным величием и покоем.